Боря, привет. Ага, ага, вот все попались. Все попались тут. Вер, ты что с тобой? Здравствуйте, Алексей. Представляем нашего гостя, Алексей Олейник, чемпион мира по боевому самбо, победитель и призер неоднократных турниров по различным боям. Здравствуйте еще раз. Алексей, как вы оцениваете этот турнир? По отношению с другим годом произошли некоторые изменения. Ну, вообще пару слов о том, что сегодня будет происходить. Ну, во-первых, по турниру все, что движется и движется дальше, это благо. Хуже всего было бы, если турнира не было. Это мое мнение. И поэтому, если турнир развивается, приходят с одной стадии в другую, там либо они пробуют систему олимпийскую, либо не олимпийскую систему и так далее. Для выступления, как было в прошлом году по командам, да, сейчас система олимпийская проигравшая бывает. Но в любом случае это хорошо. И хорошо, что развивается ММА, о том, что для того, чтобы количество максимальное зрителей, фанатов, просто интересующихся и вообще случайных людей это увидели, зажглись этим и увидели, что значит ММА, и, может быть, сами. Алексей, ваше мнение, вот прошлый год и этот год, две разные сетки. На ваш взгляд, какая более перспективная и какая лучше? Прошлого года или это, на ваш взгляд? На мой взгляд, прошлая сетка была лучше для вообще развития клубов. И для того, чтобы засветились команды вообще на некоторых командах, которых там мало знали, либо знали в узком кругу зрителей. Данная сетка в этом году, она лучше для выявления уже конкретных бойцов, сильных, уже не команды, здесь выступают, а конкретные бойцы. То есть для проявления клубов, команд лучше была та сетка. Для выявления сильнейших бойцов это. Хорошо, спасибо, не будем вам мешать. Спасибо, всего доброго. Спасибо.